Всем привет, с вами Семен, а это Мафия 2, мы продолжаем проходить эту игру. По традиции, опять-таки, начинаем не с того места, но за несколько миллисекундочек прямо до основного задания. Так, хорошо, куда нам надо... Да будь ближе к кабинету директора, я примерно помню что-то. Хорошо, решай. Так, пригнувшись у него за спиной. Так, где? Где-то охранник, да? Да, вот он. Так, ты уже сюда поднимаешься, скотина? Походу, да. Наверное, может быть. А может и нет. Так, кабинет директора, говорит, да? Это туалет. Ага, мне туда. Так, вот кабинет директора. Здесь должен быть ключ. Тихо, стелс. Ни хера не заметил. Так, взять ключ со стола. А, он на столе был, серьезно, это даже порно-журнал какие-то рассматривал. Ключ. Теперь нужно открыть сейф. Какой сейф? Где он? Ух! Классно! Классная фотка. Employee the month. Что-то там, что-то в месяце было, где-то. Так, нужно найти сейф. А он получается. Ой, бляха, не попасться бы никому. Какие планы на выходные? Ну, посижу дома, посмотрю этот телевизор. А, про телек они там разговаривали, ага. А то, мужик, он же как тачка. Так, вон там он, чувак. Ну, дядя Мэри умер пару месяцев назад, я оставил чуть-чуть. Так, не палимся, закрывай дверь. Ты купил себе на них телевизор. Ну да. Взял и купил телек. Так, он не здесь, да? Он не здесь, окей. А где? Вот здесь? Туалет вообще. Бля, куда идти-то? А, вот сюда, окей. Стейрс. Мы тут были, кстати, с вами. Мы здесь были. А, вот тут по порно-журналу-то были. Точняк, где-то здесь, да? Или где? Подожди-ка. Ну да, я перепутал тогда просто. Точняк, здесь были они, ага. Так. А, ё-моё, я думал, кого там они нашли? Какую вещь? Так, так может это лам... А, ну точняк, сохранение же у нас с вами сбросились. Точняк, точняк. Тавтология, ну ничего страшного. Сохранение у нас сбросились, поэтому вот такие вот пироги. Не скрипи. Так, вот он сейф. Давай, поехали. А если я вдруг у меня не получится? А, он автоматом это открывает. Серьезно? Да, ни хрена себе. Думал, сейчас мне придется. Бери, давай, да пойдем. Как сработало-то, в смысле? Пистолет доставай быстрей. Перезарядка. Какая в жопу перезарядка? Я не хочу убивать людей! По приколу постреливаю. Беги, 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 беги! Я не хочу никого убивать! Бляха, полиция приехала! Да! Валим, валим, валим! Я не хочу их убивать! Вылазь! Да быстрее же ты перерывай свою жопу! Вытащи ствол! На всякий случай все-таки придется! Побежал за мной, походу, да? Не, ни хера никто за мной не побежал. Никто за мной не побежал, все лохи. Все лохи, все лохи. Витас Калета молодец. Витас, 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 Сёма молодцы. Поехали. Возвращайте в бар Фредди, окей. Все, можешь убирать ствол. Ядрить ты, как ты, сирены орут. Дедок, это не я, если чё. Поехали. До свидания. Это был не я. Там какой-то мужик, я видел, он убегал. Мафия работает лучше всех. Понятно тебе, никого не убили, просто пробежали. Два патрона в стену всадили для пущей убедительности и ушли. Ну ты видал, как надо работать, а? Ну ты видал, как надо работать. Сука. Ну поцарапал. Ну конечно, я помню, да, я поцарапал даже в прошлой серии. Между прочим, кстати, по поводу моей машины, кто-то там писал в комментариях, что, мол, вот, выкидыш фару разбил, твою мать, мол, вот,
выкидыш КамАЗа, какая-то еще херня. Это лучшая машина мафии, которая просто может быть. О чем вы говорите? Че, вот я ее не бил. Было вообще великолепно. Это лучшая машина мафии, которая просто может быть. Какой выкидыш КамАЗа? Какая-то, представляете, уродская тачка. Ни хрена подобного. Понятно? Ни хрена подобного. Лучшая машина во вселенной. Лучшая машина мафиозников. Правда, я увижу бы ее еще починить, чтобы, чтобы она не была похожа на какую-то херню. Так, окей, вот бар. Вот бар, я все сделал. Так, на втором этаже они, да, засели? На втором этаже засели. Ну, и как успехи? Нормально. Все пошло не по плану. Я ничего не мог поделать. Мы договорились, да? Я никого не убил! А ты получишь только треть. Я никого не убил! О, черт. Что не так? Что такое? Еще как, мать твою, все не так. Ты припер талончики со сроком действия. Он истекает завтра. Ну и что это вообще значит? Значит, они нахрен никому не нужны будут. Хотя, постой. Если развести их по заправкам до полуночи... Их можно проштамповать и погасить. Я что должен развозить тебе? В городе тебе надо успеть до полуночи, или мы в заднице. Не продашь вовремя, не получишь ничего. Постой, мы так не договаривались. Ты ничего не сказал о сроке действия. Вот именно! Ну, дерьмо случается, да. Какое дерьмо случается? Меня там херачили, в меня пули 300 миллионов человек. Я что, должен был читать, что ли? Вот говно, а? Да шерни его в рожу, ты талончики свали отсюда. Скажи, что это он тебя заставил. Блядь, пройди талон на заправку. Нихрена себе. На заправку до полуночи. Да твою за ногу. Секундомер на экране показывает. До встречи. Давай, пока, подожди. У меня загораживает запись. Секундомер. Все. Так, погоди-ка, а что это такое-то? А, заправка. Я думал, что за автоматы Томпсона? Ладно, окей. Мне бы еще машину свою починить, между прочим, было бы неплохо совсем. Полиция до сих пор орёт. Ладно, поехали. Чефи-QXT. Ладно, поехали. Бляха, ну давай окончательно сломай эту машину. Так, туда и за... Так, погоди-ка, нет, вот это вот здесь ближе заправка. Ага, туда, все правильно, поехали. Ла-лай-ла-лай. Бляха, придется постоянно останавливаться на карту. Твою мать! Покорябал машину, сука! Так, спокойно, полиция проехала. Ну-ка, погоди-ка, дай-ка я. Бляха, чувствую, сейчас ничего не успею вообще. Это, блядь, куда? А, ну все правильно. Нет, не сюда. Не перди. Вон туда, да, получается? Япона ж мать, это куда? Ладно, хер с ним, поехали. Поехали на первую, которую я увидел. Ну да, первая же мысль самая правильная. Закон жизни, твою мать. Видал по гололеду? Опа, 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 по гололеду. Твою мать, нет, нихера не опа. Так, хорошо, все, едем вперед. Видал по гололеду? Шик-шик-шик. Между машинками какая-то третья. Поднасрала мне. О! Так это тварьский грузовик, падла. Так, все нормально, на заправку приехал я. А, бляха, а можно я просто буду выходить из машины, а не припарковываться рядом с ней? Здравствуйте. Давай, поехали. Хочешь купить несколько талончиков? Конечно. Но это строго между нами, хорошо? Давай! Сам только не болтай. Конечно. Меня устраивает. Давай, все. Нормально. Чтобы заправиться и остановиться... Так, нажмите Е. Мне не нужно заправляться. У меня бензина дохренища. Он бесконечный. Так, спокойно. Поехали теперь. Прямо. И в конце направо. Налево. Погоди-ка, стоп. Куда? Здесь же даже сворот есть. А, ну да, он такой себе. Ладно. Гололёд, вся херня. Только так. Между машинами кручусь, верчусь. Да куда ж ты едешь, там разота? Не видишь, главная мафия города на лучшей тачке мира.
Так, окей, еще пока не доехали. Ла-ла-ла-лай, ла-лай, ла-ла-ла-лай. Можно, короче, смотри, как делать, можно я, мне W, в принципе, не отжимать. Ты видал, что творится? Ух, ядрить твою. Так, все, направо, налево, направо. Видал, что творит лучшая мафия города? Назад. Ой, слава богу, что я ВВК на светофоре. Стойте, грузовик, падла! Вот опять грузовик! Что встали-то, как два истукана? Лучшая мафия города ездит. Понятно вам? Так, и куда? Ну-ка, погоди, на светофоре постоим. Ага, вон туда, все понятно, поехали. Все, бляха, у них одинаковое такое. Вот у них касса, хорошо, отлично. Эй, вот что там, один человек работает, что ли? Эй, хочешь купить? Мол, и голос, наверное, одинаковый. Конечно. Это строго между нами. Один человек работает, короче, на всех заправках. Сам только не болтай. Бляха, стекло выбило. Звездон. Выбило, короче, стекло наглухо. И полиция. И полиция такая проезжает. Так, хорошо. Так, дай-ка я на дорогу выйду. Чё, Джузеппе кто? Джузеппе. Мастерская, да? Ну, типа, да. Там уже пошли дополнительные задания, которые, в принципе, неохота выполнять особенно. Которые, в принципе, выполнять не очень-таки хочется. Да, окей, всё, на эту дорогу потом повернём. Чё это? Бляха, думал Джефферсон, ладно. Вот всё-таки меня ещё не покидает... не покидает... Так скажем, хотение взять себе Джефферсона и также покрасить его в зеленый. И не проебать его больше, потому что... ох, обидно было. Ох, обидно. Просто было обидно, элементарно. Это что такое? А, магазин одежды. Кстати, можно, кстати, будет заглянуть. Да куда ж ты едешь-то? Ты не видишь главную мафию города? Так, что там? Раз-раз-раз. Окей, хорошо, поехали. Бляха, ничего не понимаю в этих дорогах. Так, теперь куда? В любом случае, поворот-то у них один. Так, окей, сюда. И направо. Ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла. А чё я раньше-то не выключаю, твою мать? Опа, 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 опа. Видишь, вот человек молодец. Он уже просто спиной почувствовал, что главная мафия города едет. И притормозил. Грузовик пошел нахер, короче, эта снегоочистительная машина. Только кровь мне попила в свое время, звездец. Ну как в свое время? Возможно, кстати, попала в ролик, а возможно и нет. Вот этого я не помню, между прочим. Видал, главная мафия города. Заправку проскочил, походу. Ну, конечно. Блях, один раз. Два раза в одну и ту же машину въехал. У меня не машина, я, конечно, уже решето. А интересно, подожди-ка, я могу ее поменять просто так? Заехать ему в гараж и просто ее еще раз выбрать. И тогда деньги на ремонт не надо будет. В любом случае, короче, я на ней еще доеду. Джефферсон! Джефферсон! Нет, это не Джефферсон. Бляха, нет, это Джефферсон. Спокойно, подожди, машинка. Погоди-ка, я могу здесь поставить метку? Вот, маркер игрока. Я здесь поставил, потом, короче, приду сюда, здесь взломаю машину, гоню ее. Хо-хо-хо. Охереть не встать. Это Джефферсон. Ха-ха-ха, будет Джефферсон. Астов Козуля, хорошо. Так, тут полиция стоит, я талоны продавать поехал. Звездон. Здравствуйте. Слушай, у меня есть лишние талоны на бензин. Хочешь, они твои. Дешево. Да, отлично. Годится. Давай, вон полиция хорошо, стоит, держи. Я тут нелегально никому талоны не продаю. Болтаем. А, кстати, я забыл про таймер-то. Я про таймер-то и забыл. Да между нами, между нами. Ой, блядь, куда это? Направо, получается, и налево. И направо. Так, а это что такое? Главная дорога какая-то? Что это такое? А, это мост. Так, нам назад. Смотри у меня. 3 из 6. Нам на мост. Ой, на какой на мост? Назад. Так, и... Так, и сюда, направо. Ну хорошо, ладно. Нихера, что такое? Это случайно таун какой-нибудь. Так, окей, все. И вниз. Опа, спокойно!
И еще один Джефферсон какой-то, просто он уродский. Уродский цвет у Джефферсона. Хотите покрасить Джефферсон, спрашивайте главную мафию города. Помогу за небольшие деньги. И Джефферсон вам покрашу. И научусь, как им правильно управлять. Понятно? Думаю, понятно. Так, окей. Раз-раз и направо. Тан-тара-ра-ра-ра-ра-ра-ра-рам-парам. Так, и куда? Ой, бляха, пока налево. Сейчас вниз надо будет. Направо, все правильно. Давай поворот не прозевать. А где он? Не понял. Налево все-таки был. Бляха. Налево, окей. Ладно, перестраиваемся. По херу. Бляха, разбил чужую машину. Спокойно, главная мафия города. Не бибикай мне здесь. Главная мафия города ездит. Так, у нас, между прочим, тем временем осталось чуть меньше половины. Главная мафия города. Понятно вам? Так, заправка с правой стороны. Должна быть. Бляха, грузовик. Зараза, грузовик. И обгонять его неохота, потому что он жестко, как опасный. Но все-таки придется. Так, и куда мне? О, бляха, не видно из этого. А, все нормально. Я думаю, желтую цель указатель по дефолту здесь стоит. Так. Не, вперед, 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 вперед. Вперед, 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 вперед. Где она? А, вот она, окей. Удобненько. Если честно. Удобненько. Заправка вот здесь стоит. Очень удобненько. Здравствуйте. Эй, не интересует лишний талончик? На бензин, да. Конечно. Где ты их взял? Хотя, пожалуй, мне этого лучше не знать. Да, правильно, когда главная мафия города. По одной машине можно понять, что вот эта машина главной мафии. Я из-за тебя не вляпаюсь? Нет. Не переживай, просто не болтай лишнего. А вот именно. Кто не бибикает, кому не бибикайте. Так, спокойно, а едбо наш мать. Опять обратно, короче, ехать. Опять обратно ехать. Бляхать. Я же мог просто метки поставить, да, на каждую. Но все, уже поздно, теперь у меня метка на Джефферсоне стоит. Бляха. Ну ладно, в любом случае сейчас нам ехать к метке обратно. Я же мог просто метки на все ставить и добираться быстрее намного. Ладно, окей. Это кто там чем постучал? Пальцем об стол, типа, не-не-не. Типа, попробуй только это сделать, тварь. А хера у меня радио-то выключено? Включено. Я думаю, кто там болтает, кто там, думаю, стучит, почему? Я же вроде бы выключал или нет? Спокуха, спокуха, спокуха! Так, тихо. Ой, бляха, надо, в любом случае нам обратно надо ехать. И побыстрее, между прочим, я чуть совсем забыл о скорости. Я все выполняю так не спеша. Да бляха, остановись уже в конце до концов. Дебил. То останавливается, то едет, бляха. Пошел нахер, только поехай мне еще. Главная мафия города. Бляха, вот главная мафия города чем занимается? Талончики развозит, спокойно, в полицию давай еще пиндюрся. Талончики, бляха, развозит какие-то на бензин. Хоть еще херней занимается. Джефферсон стоит? Джефферсон... Бляха, нет, не стоит. Пою за ногу. Не стоит, все, уехал. Или нет, или стоит. Бляха, нет, мне посрать эти талончики. Не стоит Джефферсон, все, уехал. Пою за ногу. Ладно, хорошо. А, так, бляха, заправок, ты что, херова гора. Четыре заправки еще, я нихера не успею, ладно. Давай хотя бы так. Не волнуй меня, главная мафия города. Все хорошо, ладно, поехали. Теперь нам не за что особенно волноваться. А, так вот Джефферсон-то, твою за ногу. Вот Джефферсон-то. Он никуда не уехал. Бляха. Короче, в любом случае, если я сейчас не развезу талончики до конца, а я в любом случае их не развезу, так, вот ну и куда нам, блядь? Налево? Нет, направо. Хер поймешь. Ты пошел в жопу. Главная мафия города ездит здесь! Полиция стояла. Звездец. Так, и куда? В любом случае, три заправки я развез. Четыре даже развез. Большую часть я сделаю. Окей. Спокойно, куда? Все правильно, сворачиваю. Да ё-моё! Главная мафия города работает. Да, грязные делишки, но все-таки.
Так. До свидания. До свидания, прощайте. Так, бляха, времени мало очень. Времени мало. Но я, возможно, еще на одну успею слетать. А почему маркер-то снялся? Хорошо, окей, я вот на этот поставлю. Почему он снялся-то? Хер его знает. Так, и куда? По идее, вниз. Сюда. Нет, хер-то там, не сюда. Гололедица, звездедица. Я-то это думаю, кого, чё он, маркер-то мой не показывается нигде. А он, оказывается, не поставился, прикинь. Такие вот дела. Так, я, может, еще, кстати, на две успею. Но одну вот я как минимум уже успел. Так, здравствуйте, вот так припарковался. Пара лишних талончиков. Надо? Ну да, конечно, надо. На, хорошо, забирай. Держи. Я тебе их брошу, ты их иди поймаешь вперед. Ртом. Да, конечно. Да, до свидания. Держи бабло. Пока. Спасибо, друг. Я да, не могу отъехать. Да, пока, до свидания. Так, и может еще на одну я успею. Да, скорее всего, я успею еще на одну съездить. Или нет. Ну-ка, погоди-ка. Ой, блядь. Так. Что нам с тобой надо сделать? Ну-ка, подожди-ка. На мост, во-первых. А, блядь, на мост. Так, туда. А куда туда-то там дороги-то? А, нет, есть. На мост надо. Пересечь, и там заправка. Ну, я попробую. Но вряд ли что-то получится. Бляха, снегоочистительная машина, тварь. Так, короче, едем до моста. Там посмотрим. Ну, слушай, мне надо переехать будет туда. Все правильно, вперед. Но я не успею уже, наверное. Да, я, скорее всего, уже не успею. Ну, потому что тратил много времени, во-первых, я останавливался и на Джефферсона заглядывался. Йоу, рэп. А во-вторых, еще и очень было много столкновений у нас. Да, я особенно за скоростью не следил, да и за таймером, собственно, я про него просто забыл потом. В конечном итоге, вот и все. Опа, главная мафия города как ездит, видал? Видал. Так, а тут уже нужно сбавить скорость, так, спокойно. Ну и куда? Наверх? Наверх, все правильно. Бляха, две машины тут еще каким-то хером. Так, лестница. О! Серьезно? Окей, все, поехали по прямой. Бляха, не успею уже, наверное. Да не успею я. Хотя, не факт. Возможно, я и успею как-то докатиться до туда. Может быть, как-нибудь. Ай, бляха, успел бы. Успеть бы. Да не успею уже. Бляха, кто там скорость сбавляет? А чё радио-то меняете? Чё это такое, чё звуки? А, это время подходит, окей, к концу. Да я лечу уже, вот не могу, как? Расхерачу сейчас! Всё, звездон. Всё, звездец, не успел. Черт, уже полночь. Ну что, значит, погорел. Поеду обратно, Джо. Бляха, так классно на мосту летел! Так классно летел на мосту! А чё полиция с сиреной? Бляха, ты... Как классно я летел по мосту, ты видал? Как классно! Подожди-ка, мне нахер нужен Джо-то твой? Мне нужно за Джефферсоном заехать. Поехали обратно. Обратно на мост. Еще раз полетаем. Ну я типа успел развести, но не все. Какие-то у меня приняли. Ну подожди-ка. Блять, я не туда еду, да? Твою за ногу. Едь, пошел нахер! Водитель хочет скрыться. Кто, как, когда? А, твою за ногу! До свидания! До свидания! Мне вот сюда вот надо-то. Оп-оп-оп-оп-оп-оп-оп, проскочил! Блин, за мной полиция, кстати, едет, между прочим. А здесь на мосту-то я от нее как скроюсь-то? Ладно, в любом случае, я еще буду взломать Джефферсона, поэтому все равно за мной полиция еще будет ехать. Ну да, едут. Ладно, едут. Ну, всего лишь, столкновение какое-то, безобиднейшее.
Сколько раз такое было? Между прочим, рядом с полицией. И чё она тогда на меня не огрелась? Сейчас кто-то вдруг разозлилась весь. Ладно, окей, аптаун. Видал, как главная мафия города ездит? Так тут он петляет. Куда петляет, алё? Опа, 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 на полном ходу разошлись все быстро! Какого угонщика? Опа, твою мать! Капот улетел, до свидания! Ну зато весело было! Выходи, 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 быстрее, 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 быстрее! Шифтуй, 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 шифтуй! Видал, зато весело было, звездец просто как. Все, они меня уже не видят. Все, я спрятался, я скрылся. Хоть в магазин одежды сейчас зайду. Бляха, заметили опять. Я на пробежке, если что, просто. Просто на пробежке. Блять! Не могу зайти. Ой. Убьете кого-нибудь, если будете так водить. Платите штраф. Серьезно? Окей. Ну достигли, ну твою за ногу. Сделай себе одолжение, исчезни. Продолжай. Продолжаем, собственно, такие. Ну заплатили штраф. Алло, аккуратней, главная мафия города. Заплатили штраф. Расхерачили машину. Сейчас идем на наш целеуказатель. Будем угонять Джефферсон. Так, на радаре побежали, окей. Угонять будем Джефферсон, потому что это моя машина по праву, по каким-то знакам определенным, по чему-то там еще. Но, возможно, я угоню еще какую-нибудь, чтобы до него добраться элементарно. Спокойно, главная мафия города бежит на пробежке. Отдых, все дела. Заплатили полиции штраф, то есть не стали скрываться от ответственности, а заплатили, так что дорогого стоит. Так, кстати, может по пути какой-нибудь Джефферсон побережь старенькому. Хотя, вот тут давай вроде спальный какой-то район. Никого особенно нет, вот этого, давай-ка я по-быстренькому. Оп, F. Бля, как, назло три этих замочка. Спокойно, не дотянул. А где он, в смысле? Ага, вот так вот. Раз. Оп-оп-оп, спокойно, никто ничего не сделал. Никто ничего не запалил. Ну да, окей, при угоне машины никто особенно не палится. Почему тогда спалили, когда угнал Джефферсон? Возможно, там просто были полицейские рядом. Ну да. Парам-парам-парам-парам-парам-парам-пам. Не надо мне радио включать. Да выключись. Твою мать. Выключись. Кто-то меня бибикает. Тут Джефферсон едет. Джефферсон едет. Джефферсон едет. Нет, это не Джефферсон. Это говно какое-то. О, видал? Развилка. Но я за Джефферсоном. Хотя есть небольшой такой этот самый. Ну, так. Что его там уже нету. Но будем надеяться, что он там есть. Может быть, я встречу Джефферсона по пути. Хотя, учитывая то, что это довольно редкая машина, как я, собственно, понял. Ну, потому что его нет на каждом шагу. А вот всяких вот этих вот реально выпердыжей очень много. Так, ну эта машина неплохая такая, резвенькая. Да-да-да, резвенькая. Так, это не Джефферсон, херота, короче. Опа, проехал твою за ногу. Так, ну и где... Так, все, вот он. И где Джефферсон? Мать твою, уехал Джефферсон, да? Походу, уехал. Нет! Бляха, нет, уехал. Да твою ж налево. Ну нету Джефферсона, нету.
Джефферсона нет. И очень жалко, на самом деле, что Джефферсона нет. Бляха, ну как же ж так-то, а? Ну как же ж так-то? Вот я за ним ехал сюда, насрал на Джо, не стал к нему ехать, а поехал специально сюда, чтобы взять Джефферсона. И в итоге его тут не оказалось. Ну вот как это называется? Она, может, по пути, кстати, где-нибудь стоит. Хотя, бляха, вряд ли, конечно. Так, никого, никого. Да блин, где вот Джефферсон? А что будет, если убивать полицейскую машину? Ну так. Все, короче, в этой серии мы особенно ничего с вами не сделали. Короче, Джефферсон. Джефферсона нету. Все, ладно, поехали к Джо. На вот этой машине. Так, дедок. Или это бабушка? Дедок, это дедок. Дедок, дай я проеду. Спасибо. Вот дедок молодец, вот дедок молодец. Я сказал ему, дай я проеду, и он дал мне проехать. Ну как, почему не попадается Джефферсон, а? Спокойно, это же не может такого быть. Как бы судьбой назначено, чтобы я на нем ездил. Просто назначено элементарно судьбой, чтобы я ездил только на Джефферсоне. Но Джефферсона нет. Почему? Странно. Не знаю. Что это? Вот он, Джефферсон. Нет, это не Джефферсон. Это не Джефферсон. Говно какое-то, не Джефферсон. Да ну ё-моё. А, так погоди-ка, модель машины-то у меня полиция. Как у полиции. Как у полицейских, действительно. Ну да. Но я тебе имел в виду, что чисто полицейскую машину просто удать у них из-под носа. Хотя как это вообще может произойти? Я, естественно, не понимаю. Вот какая, какая должна быть запущенная ситуация, чтобы угонять машину у полиции? Вот объясни мне, пожалуйста. Вот тоже не знаю. Так, это что такое? Это убога какая-то тачка, это не Джефферсон. Так, я проехал его дом, твою мать. Ладно, окей. Я мафия имею право в экстренной ситуации могу выехать на тротуар. Какой, не волнуй меня. Ой, блин. Вот где Джефферсон? Ладно, хорошо. Не, я просто надеюсь, может, я раз краем глаза посмотрю и найду Джефферсона. Ты куда ж ты ездишь-то? Охренел, что совсем? Полиция приехала моментально. Что, за мной, что ли? Что-то, потому что он так быстро двигалась. Не бибикай мне там. Кстати, клаксон на Е. Так, чё мне, куда? Где он живёт-то? А, вон там он живёт. Спокойнее волнуй меня. Так, не тут он живёт. Не понял. Бляха, парапет, я же с него сейчас слечу и потом больше не встану. Ну ладно, окей. Да как, где он, твою за ногу? Мне машину, во-первых, надо поменять, во-вторых, надо поставить. Бляха, он там живет, твою мать. Ладно, окей, давай назад, поехали. Опа-на, видал? Ну, конечно, не полный разворот, но... Что-то из себя выдавить я попытался. Подожди-ка. Так, держись, чтобы сменить машину. Так, я могу еще раз взять свою машинку? Лучшую машину мафии. Лучше шта, чем это. Боги-то Джефферсон. Ай, бляха, да? Поймать. Не могу. Ну ладно. Выйти. Мне все равно, особенно эта машина не сдалась. Я ее поменяю в первую же попавшуюся возможность. Она, конечно, неплохая, все ездит нормально, но... Я свет вырубил. Зачем? Не знаю. Я злостным выключателем света.
Вот чем, чем занимается мафия? Как развлекается мафия? Выключает свет в подъезде. Выключает свет в подъезде. Здравствуй! Где ты там? А где он, блях? Его опять нету дома. Ты чё, охренел? Ой. Ой, а там что-то... Чьи-то ноги. Чьи-то ноги. Ты где есть-то? Это что такое? Это куда? А, типа спать ложиться, да? Серьезно? Ну-ка. Да, лечь спать, хорошо, давай ляжем. Давай ляжем, поспим. Кто сейчас позвонит? Глава четвертая. Окей. Закон Мерфи. Окей. Закон Мерфи. Маленькая Италия, 15 февраля 45 года. Италия? Это же вроде... А, Италия, серьезно? А сейчас что-то... Я думаю, это Нью-Йорк. Хотя я бы мог, наверное, по достопримечательностям, по улочкам. Не знал, что Джо писать умеет. У нас новая работа. По-крупному. По какому? Будь у Фредди сегодня вечером. Пушку захвати и отмычки. Хорошо, поехали. Встретить в Джо в баре у Фредди. Хорошо. А, бля, ходиться же надо. Хотел так уже выпрыгнуть. Давай что-нибудь другое оденем. Подожди-ка, костюмы, очки... Повседневная форма. Гоночный-то уродский. Полевая. Школьная. Так, это не надо мне. Красная куртка с рубашкой. Тоже стильный ковбойский костюм со шляпой. Так, рубашка длинная, рукавы мои очки. Давай вот этот я одену, ну-ка. Ух. Ух. Какой же он убогий все-таки. Ты смотри на него. Смотри на него, смотри. Смотри, смотри, смотри. Ну ладно, окей, пошлите. Конечно, он убог, но нужно как-то менять наш стиль. У кого-то собака. Это хрюкает кто-то. Собака. Лает какого-то мужика. Второй мужик занимается боевыми искусствами. Второй мужик занимается боевыми искусствами. Завалили мужика второго. Давай, Борис, чувак! Борись с ними! Ты должен! На тебя вся надежда мира! На тебя надеется лучшая мафия города! По секрету тебе скажу. Так, хорошо. В любом случае, мне надо на машину. Конечно, Джефферсон был бы куда лучше, чем какая-нибудь херня. Но давай возьмем какую-нибудь. Так, это моя, которую я пригнал. Косак есть. Роллер. Волтер. Смит. Шуберт, стиральная машинка. Волтер опять какой-то. Волтер Юна. Джефферсон. Тоже такая себе машина. Тоже херня. Тоже. Блять, ну давай тогда вот на этом поедем. Давай поедем на нем. Опять-таки, был бы Джефферсон, я бы поехал на Джефферсоне. Так, что там, куда мне ехать-то? Ой, так недалеко. Спокойно машину мою не трогай, хотя бы эту тварь, хотя бы не трогайте эту машину. Бляха, ну проморгать два, получается, да? Или даже три Джефферсона просрать. Он вообще четыре вместе с моей зеленой. С моим зеленым Джефферсоном. Бляха, какой он был классный все-таки, а? Какой же он был классный. Блять, проехал. Твою мать. Ладно, хорошо. Объеду, потому что здесь меня сейчас могут сбить. Может сбить просто-напросто любой. Ну и опять-таки, ищем Джефферсон. Надежда, ты меня не покидаешь, что все-таки когда-нибудь найду Джефферсон. Я наконец-то буду на нем ездить. Я и чинить его буду, все, что хочешь, ему буду делать. Помедленнее, понятно, главная мафия города здесь едет вообще-то. Помедленнее. Видал, как в костюме у меня? Раз. По-зимнему, да? Хотя хер-то там не... По какому по-зимнему? Хотя тут, блядь, в рубашках сидят полурастегнутых. И где ты был? Весь день продрых, что ли? Имею я право на отдых после работы. Нет? Да, вот именно. Вам податься? Кофе. Так ты за рулем-то в таком состоянии, блядь. Кто это узнает Альберта? Кое-кто в дерьме утонет, уж поверь. Так это что за мужик? Ты, слышал, ты вчера не очень-то отличился. Я не совсем тут виноват. Бывает. Ну ладно, ребята. Это рисковый бизнес. Но-но-но, сиди тут, выёжусь перед Джота. Извини, Генри, я просто подначивал. Так что насчет сегодня? Наши вчерашние планы все еще в силе? Сейчас узнаем. За два лишних месяца, мать вашу пачку! Где?
мои бабки! Он что себе думает, у меня тут розочки. Делай. Сейчас. Кого сейчас-то? Кто это? Кто? Тот же самый вопрос. Не надо. Ладно, слушай. Тут один тип задолжал боссу денег. Взял в долг, чтобы открыть большой ювелирный магазин и задерживает возврат. Сегодня мы взыщем с него долг. Камушки. По-любому, слушай, этот официант, который мне сейчас приносил чай, потом как-то на нас подставит. Или будет главным врагом вообще. По закону жанра. Ювелирный в торговом квартале в центре города. Ночью там охраны нет, так что просто взломаем замок и залезем внутрь. Как-то слишком просто. Потому что просто. Почему у тебя все должно быть сложно? Ну потому что ни хрена себе. Я пришел ворвать талон на бензин, а у них, оказывается, есть срок давности. Блях, ну да ладно, это в принципе логично. Когда мне там стреляли, полтора этого херового здания рыл, я бы должен был вчитываться в это, блядь. Я забыл форму телефонной компании, сделаем вид, что что-то чиним. Ну ладно. Пошли. Хорошо. Обнесем подонка вчистую. Всего-то дел дождаться темноты. Так ты со мной или как? 6 часов спустя. Мы что, 6 часов просидели в кафе? Есть курица. Ха-ха-ха. Как будто беглые зэки, блядь. О, это сумка, да-да. Из-за прошлой серии валяется здесь, прикинь. Да-да-да. Поехали. Садись. И поехали сразу же. Как прошло в порту? Имеешь в виду с Дереком? Да он еще тот затейник, правда? Дал тебе работу? Ну как бы дал, да, но... обработал ему пару парней. Ну да-да-да. Он убирает своих трудяг в порту, как моего отца обирал. Ты мог и отказаться, он же не заставлял тебя на него работать. Я на него не работаю. Мать почти заставил. Хватит ныть, а Дерека лучше проведывай. Поверь, у него есть работа получше, чем трясти докеров. Это, короче, меня сейчас побуждает выполнять дополнительные задания. Я не хочу этого делать, тем более сейчас во время прохождения. Бляха, машину поцарапал. Куда ты там вышел-то? Шел нахер. Ты что, красный свет не видел? Не видел я. Понятно тебе, не видел я. Понятно? Не видел. Где красный свет не видел? То ты будто всегда все видишь. Машину только не поцарапал? Ну нет, вообще. Не царапинки. Ну и отлично. Ну и хорошо. Бляха! Почему там нету Джефферсона? Я же тоже на нем ездил. Зато там есть какая-то херовая машинка маленькая, которую я привозил на свалку какому-то дядьке, не помню, как его уже зовут. А Джефферсона там нет. А это первая моя машина, между прочим, в этой игре. Первая и самая любимая. Только в путь летаю, видал? Нервничай, я спешу. Япона, мать! Чего это вытворяешь? Да это не я, это... Не профессиональное вождение. Ну просто немножечко я устал. Мы просидели целый день в кафе. Что там было делать? Я устал. Так что... Вообще, не хочешь со мной ездить? Вон иди пешком. Хватит силы педаль газа. Мастера вождения здесь вообще с тобой работают, если что. Ну так, на минуточку. Вот так вот раз. Немножко колесиком на тротуар. И пошли. Пойдем. Вы видишь, видал? Лучшая мафия города. Лучшая мафия города. Занимается физической работой. Так что вот. Куда заходить-то? Сюда, что ли? Сюда, окей, поехали. А ничего то, что прям посреди города взламываю здесь, и тут люди, блядь, ходят. Хорошо вообще живется мафии. Поехали, открывай. Дичь какая-то. Да музей, ни хера себе, а чё, куда мы вообще пришли, да? Это чё за молодец? Это ещё что? Херня какая-то, это кто такой? Давай, давай, вот-вот копы заявятся, двигай! Брайан, сука, О'Нил? Это что за хрень? Ты обурел? Моча в мозги ударила!
Барбара, ты что это тут делаешь? Вы что, охерели совсем? Кто вы такие? Вам уже ничего не осталось, шеф. Еще чего? Хрен тебе, жердяй. Это наша добыча. Хочешь уйти ножками? Давай, ага, храни все, сейчас, что взял. Что-то на табличке не написано про Брайана О'Нила. Если б было, я бы не грабил. Всем поздравляю, 10-1 в торговом центре. Короче, полиция приехала. Я не собираюсь убивать никого, кроме этих долбоебов. Так что линяйте, пока копы не подвалили. А, черт. Валим отсюда. Охереть, конечно, у вас выстрелы. Без гильзы. Без огня. На хорошо вообще. Даже на кроп, по-моему, не жали никто. Даже затвор не дернулся. Валим, 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 валим. Сячик, парни. Брайан, а как же копы? Давай, выбирайся. Постараюсь. Так, спокойно, ствол. Выходи быстрее, жраба. Я в полицейских стрелять не собираюсь. Вот в этих говнюков, да, буду стрелять. Буду еще как стрелять в них. Зайди, твою мать, ну быстрее! Я открою дверь. Отцепи этих козлов от меня. Уже почти. Выдержи их еще немного. Да твою, за ногу, мать твою! Это малолетки какие-то, зачем их убивают-то? Так это малолетки какие-то в его банде-то. Вам не уйти. Вот их берите. Нас тут не было. Мы профессиональная мафия. Лучшая мафия в городе. Понятно вам? Твою мать. Что такое? Что это было сейчас? Что было-то это? А, да за нами бегут. Охереть. Черт, снова тупик. А, полиция. Я не хочу стрелять в полицейского. Быстрей, давай! Я не хочу стрелять ни в чем либо винных людей! Да быстрей! Я не хочу стрелять ни виновных людей! Ты с ума сошел? Тут лед сплошной. Поскользнешь ты, и кран... Охереть! А что делать? Не хочу садиться. Бляха, да я не хочу в них стрелять! Ну ладно, окей. Звездец. Я не хотел в них стрелять! Блять! Да я не хотел в них! Я не хочу в них стрелять! Заебу, блять! Да твою ж мать, а! Да я не хотел в них стрелять! Давай, греби сюда! Тебе, блин, особое приглашение нужно! Давай, ё-моё, действительно! Стреляй! Чёрт! Господи, осторожней! Летать научился? Да я... Кажется, обделался. Молодец! Брати сюда пошли, сержант! Да нахрен! Столько мне не платят! Сюда! Так мы выйдем на улицу! Так, давай ствол мне сразу же. У меня 38 патронов, патроны не казенные. Черт, копы! Я не хочу стрелять в полицейских! Хватит заставлять меня стрелять в полицейских! Джо, давай ты их один перестреляешь. Я просто не хочу стрелять в них. И, между прочим, тебе тоже не советую это делать. Давай. Давай, давай, давай. Давай. Ладно. Бляха, да я не хочу их убивать. Я не хочу убивать невиновных людей. Куда ты стреляешь-то? Там нет уже никого. Дегенерат. Бляха. Я убиваю совершенно невиновных людей. Я не хочу это и этим заниматься. Уже почти. Выдержись еще немного. Все, до свидания. Есть. Мы выбрались, Вита. Лишний раз я не хочу в них стрелять. Ты дичь какая-то. Генри никогда не поверит. Идиоты. Пошли. Кто идиоты-то? Мы с тобой идиоты. Мы не едины. Мы ничего не вынесли оттуда. Перестреляли кучу невиновных людей. Еще и нарвались. Отвали, мусор. Так, их правильно. Их правильно. Их да. Их все. Ну, везет, ирландцев. Это что за хрен? Брайан О'Нил. Двинутый ирландец. Ума нету. Работает громилой по найму. Ну, дебилы все так работают, ага. Вы
Быстро в тень, скорей! Давай, давай! Не волнуйся. Давай сумку. Я заныкаю добро. Ты опять меня бросишь? Ладно, друг. Увидимся дома. Не попадись только по пути. Звездец какой-то. Ладненько, давайте тогда на этом закончим. В следующей серии, собственно, чтобы зажить этот день, отправляйтесь к Джо. Бляха, если опять сохранение не пройдет. Япона, мать, добираться до него очень долго. Ну хотя было сохранение, я не знаю, короче, что нужно и что не нужно. Ладненько, если вдруг что... Вообще, Никита опять приходит мне. Если вдруг что, что-то там перепродум, какую-то заставку там посмотрю, и начнем уже с этого момента полноценно. Все, если вам понравилось это видео, то можете подписаться на канал, посмотреть другие мои ролики. В описании ссылки на все плейлисты с прохождениями игр и на рубрики. Там же ссылки на все мои соцсети, а также написано в описании выхода роликов. Не забывайте ставить лайки и писать комментарии, а также нажать на колокольчик. Всем пока!